Весь октябрь в нашей стране будут действовать выгодные условия на приобретение машин Шкода. Так, флагман бренда Шкода Суперб доступен с выгодой до 300 тысяч рублей, семейный внедорожник Шкода Кодиак до 235 тысяч рублей, а лифтбек Шкода Октавии, компактный кроссовер Шкода Корок до 197 тысяч. Как сообщает пресс-служба, Шкода Авто Россия также в октябре 2020 продолжают действовать специальные условия по классическому кредиту и кредиту Simple Clever. Приобретая модели Шкода Рапид и Корок, обычный кредит ставка составит от 0,1% годовых, Шкода Октавия от 3% с начальным взносом от 50%. Ставка по кредиту Simple Clever варьируется от 6,9% до 8,9%, зависит от модели. Акция C-тарифом по страхованию КАСКО 3%, которая действует при покупке моделей Шкода Октавия, Корок и Кодиак, также актуальна до конца октября. Вдобавок по-прежнему доступна популярная программа утилизация Trade-in, которая позволяет сэкономить до 115 тысяч рублей в зависимости от сдаваемой машины. Напомним, что ранее российские офисы продаж компании Шкода начали принимать заказы на кроссовер Шкода Корок, оснащенный базовым 4-цилиндровым мотором 1.6 MPI 110 сил, который работает в паре с 5-скоростной механической коробкой передач. Двигатель развивает максимальный крутящий момент, равный 155 ньютон-метра, в диапазоне 3800-4000 оборотов в минуту. Максимальная скорость такой версии достигает 183 км в час, а первую сотню он набирает за 11,2 секунды.